Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам прошло в нашем городе на этой неделе. Экспресс ООН «Беларусь-70» сделал остановку в Витебске. Войсковая часть 5524 отметила свое 22-летие. Новые редакции законов о бухгалтерском учете и отчетности и об аудиторской деятельности вступили в силу в Республике Беларусь с 1 января 2014 года. С этого времени начата реализация ряда новых законодательных норм. Определенные итоги работы законов уже есть. В настоящее время проводится активная работа по сближению национального бухгалтерского учета с нормами и принципами международных стандартов финансовой отчетности. С 2016 года обязанность составлять отчетность по международным стандартам появится у общественно значимых организаций страны. Чтобы обсудить подходы к бухучету с точки зрения мировых стандартов и обобщить первые результаты работы практиков, в Витебске провели выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам. В нем приняли участие заместитель министра финансов Республики Беларусь Дмитрий Кийко, начальник Главного управления регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Татьяна Рыбак, представители Национального банка, предприятий и организаций, крупных акционерных обществ. Очень важно сегодня обсудить данный вопрос с практиками, потому что у нас, согласно вот закона об аудиторской деятельности, закона о бухгалтерском учете и отчетности, которые вступили в новую редакцию в действие с 1 января 2014 года, ряд организаций общественно значимых, это прежде всего банки, внебанковские финансово-кредитные организации, страховые организации, акционерное общество, они работают с международными стандартами финансовой отчетности. И очень важно сейчас рассмотреть и методологию совершенствования бухгалтерского учета, и с учетом практики применения, и касающиеся ряд вопросов аудиторской деятельности, а мы знаем, что наша задача в соответствии вот с поставленным законом и его реализации, повышение качества аудиторских услуг, защита непосредственно интересов пользователей этими услугами. По аудиторской деятельности предъявляется в соответствии с законом ряд требований, касающихся и количественного состава именно этих организаций. Это не менее 5 человек должно быть в аудиторской организации, руководитель с соответствующим стажем работы. И очень важно сегодня вот защита, именно защита интересов, кто пользуется данными услугами. Экспресс ООН «Беларусь-70» прибыл в Витебск. Наш город стал последней остановкой состава. Проектом, не имеющим аналогов в мире, решили отметить в Беларуси 70-летие Организации Объединенных Наций. 199 человек прибыли в Витебск в составе делегации. В их числе представители ООН, общественных организаций, послы доброй воли. Турне по городам Беларуси имело определенные цели. Главное из них – рассказать о целях устойчивого развития. Это 17 задач, которые были определены на сентябрьской конференции в Нью-Йорке. Праздничные мероприятия в каждом областном центре проходили в рамках определенной темы. В Витебске это была охрана окружающей среды. Здесь мы будем говорить, и вы уделяете большое внимание вопросам, связанным с защитой окружающей среды. А так или иначе, эта тематика представлена в целом ряде целей. И я полагаю, я лично считаю, что ваша область действительно уникальна своими природными красотами, и поэтому это именно то место, куда мы должны были приехать для того, чтобы вдохновить всех на защиту и сохранение этого природного богатства. Подписанием декларации приверженности целям устойчивого развития ООН начались торжественные мероприятия в Витебске. Наш регион много лет участвует в международных проектах Организации Объединенных Наций. Один из наиболее масштабных и длительных по времени – «Зеленый город». В целом же проекты касаются сфер энергосбережения, здравоохранения, образования, природоохраны. Один из больших проектов, который мы начали в этом году – это «Зеленая экономика». Он финансируется Европейским Союзом. Его объем финансирования около 5 миллионов евро и рассчитан он на 3 года. И в рамках этого проекта мы будем создавать вместе с белорусскими учеными и Министерством природных ресурсов концепцию зеленой экономики. Что это значит? Либо мы все красим в зеленый цвет, либо в действительности ищем технологии и подходы, которые бы помогли сократить использование энергии, использование природных ресурсов, но в то же самое время оставили и создали комфортную жизнь для граждан Беларуси.
Гости посетили учебное заведение города, приняли участие в экологических мероприятиях, семинарах, общественных слушаниях, тематических дискуссиях. К прибытию поезда ООН было приурочено открытие выставки в концертном зале «Витебск». Это выставка-отчет о совместной работе программы развития ООН, программы малых грантов, других международных фондов и учреждений Витебской области. Все, что здесь представлено, получило право на жизнь благодаря именно совместной работе организаций международных и наших учреждений. В Витебском государственном профессионально-техническом колледже занимаются инновационной деятельностью по внедрению энергосберегающих технологий и поиску альтернативных источников энергии. На выставке были презентованы новшества, которые стали возможны благодаря сотрудничеству с ПРООНГЭФ, программой развития ООН «Глобальный экологический фонд». Наш колледж с 2007 года работает с ПРООНГЭФ. У нас реализованы два проекта. Первый назывался «Взгляд в будущее», а второй «Чистый мир». И в рамках этих проектов у нас установлена ветроэлектростанция на нашем учебном хозяйстве колледжа и гелиоколлекторы, и станция водоподготовки. То есть это приводит к тому, что учащиеся нашего колледжа используют чистую воду, обезжелезивание станция. И кроме этого, станция гелиоколлекторов осуществляет подогрев воды, потому что у нас нет горячего водоснабжения. Экспресс ООН-70 отправился с Минского вокзала 23 октября по маршруту Минск, Гродно, Брест, Гомель, Могилев, Витебск. 30 октября, проехав по городам Беларуси, он вернулся в Минск. Поздравления от командиров и ветеранов, награждение наиболее отличившихся военнослужащих. Торжественный митинг прошел на Строевом плацу войсковой части 55-24. За ними последовали праздничные мероприятия. Так соединение отметило 22-летие со дня образования. Войсковая часть 55-24 была сформирована приказом Министерства внутренних дел Республики Беларусь. На протяжении всех лет своего существования она успешно выполняет особые задачи. Более 1000 человек, служащих части, оказывают содействие территориальным органам внутренних дел по охране общественного порядка и обеспечению безопасности. Осуществляют охрану исправительных учреждений и надзор за осужденными, конвоирование и охрану лиц, содержащихся под стражей, обезвреживают взрывоопасные предметы. Саперно-политическими группами нашего соединения за 10 месяцев этого года осуществлено 12 184 выезда, уничтожено свыше 15 авиабомб. По патрульно-постовой службе наряжалось 18 800 военнослужащих, задержано по непосредственному подозрению в совершении преступлений 31 гражданин, 5 гражданин было задержано, находящихся в розыске. Специалистами-кинологами осуществлено 200 выездов, обнаружено и изъято 100 грамм наркотических веществ. Привет, Мамаму! Так называлась презентация новой книги «Мамаму в бассейне», на которую посольство Швеции в Республике Беларусь пригласило юных витеблян и их родителей. Герои произведений шведской писательницы Юи Висландер, любознательная корова Мамаму и ее друг Ворон, знакомы многим ребятам. А в этот раз у читателей была возможность встретиться и с самой сказочницей. Юя Висландер приехала в Беларусь, чтобы познакомить детей с новыми приключениями своей героини. Это новая книжка, она называется «Мамаму в бассейне», а она рассказывает про Мамаму и ее сябра Крумкача. У этой книжки Мамаму захотела поехать в бассейн, научиться там плавать, а она проплывает 25 метров, отрымливая золотую медаль. Для юных читателей было приготовлено немало сюрпризов. Можно было приобрести любую книгу из серии сказок про Мамуму, получить автограф автора и переводчицы или сделать сувенир на память о встрече. В гости к детям приехал и кукольный театр. «Войлочная батлейка» – проект Вероники Фоминой, который появился благодаря сказкам Юи Висландер. В день презентации артисты сыграли небольшой отрывок из новой книги. Книга «Мамаму в бассейне» – седьмое произведение Юи Висландер, которое переведено и издано в Беларуси. Переводчица Надежда Кондрусевич работает над переводами уже более 5 лет. Она, как никто другой, понимает, почему дети всего мира так любят шведские сказки. Зараз увесь свет ведает шведских дитячих письменников, бо Астрид Лингрен распочала таки золотый век у шведской дитячей литературы. И это отбылось дякуючи тому, что и она звернула увагу на то, что детей не треба вучить в книгах. Им треба дать некой... Хай они гуляют, покуль они дети, им треба веселиться, забавляться и писать так само про это. И зараз шведские дитячие письменники протягивают эту традицию, и они развивают те идеи, которые заклала в своих книгах Астрид Лингрен.
Шведское посольство планирует проекты, благодаря которым белорусские ребята познакомятся и с другими современными шведскими сказками. В ближайших планах – перевод на белорусский язык истории про Петсона и котенка Финдуса, которые сочиняет шведский сказочник и иллюстратор Свен Нордквист. Это начало чего-то, потому что если мы сначала сюда приедем, вы можете потом к нам приехать, потому что я думаю, что это важно, потому что знание о Беларуси в Швеции, там есть над чем работать. Посольство Швеции уделяет особое внимание социальным проектам, поэтому в программу визита в Витебск входило и посещение детского дома. Воспитанники могли познакомиться с писательницей и посмотреть спектакль театра «Войлочная батлейка».